В Якутии на 4% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом сообщили на совещании Межведомственной комиссии по профилактике безнадзорности и детской преступности в МВД. Но несмотря на положительную динамику, неблагополучная обстановка с подростковой преступностью все еще остается на территории Якутска, Нерюнгринского, Алданского, Хангаласского, Кобяйского, Чурапчинского, Оленёкского, Татинского и Среднеколымского районов. С начала года зарегистрировали более 80 преступлений, совершенных несовершеннолетними. В целях предупреждения правонарушений, преступлений совершеннолетних органами внутренних дел совместно с органами системы профилактики, главами муниципальных образований проводится работа по организации летней занятости детей. Это так как основной причиной совершения преступлений являются отсутствие досуга и занятости несовершеннолетних. В основном несовершеннолетними совершаются кражи, угоны автомототранспорта, а также совершаются тяжкие особо умышленные причинения тяжкого вреда здоровью.